Ну вы поняли, сейчас мы будем говорить о жестких дисках. Привет, сегодня поговорим о жестких дисках. Возможно ли убивает монета че жесткие диски? Знаете, почему я использую слово че майнинг в названии ролика? Да потому что это все очень сильно привлекает внимание. И когда это очень сильно привлекает внимание, то можно донести очень интересные мысли. Так вот, смотрите, какая интересная история происходит. Сейчас, на данный момент, сегодня какое у нас число-то? 2/3/06, и, ну, вроде бы крипта пошла чуточку в рост. Я не говорю сейчас о монете че, я говорю о просто криптовалюте. И есть радужные предположения, что снова пойдет вверх, и мы все станем миллионерами. Скажем так, в сегменте че все очень не очень радостно. До сих пор нету официальных пулов. Неизвестно, сколько можно заработать на в своем маленьком участке, да, то есть несколько десятков терабайт, очень сложно заработать в соло. На пул страшно идти, цена на монету че очень сильно просела до $600, сейчас может отросла до 700. Но это не суть важно. Возможно ли это тревожные звоночки? Ко мне принесли жесткий диск, который был продан 26.04, и он вот так вот шумит, не работает. Возможно, это брак, возможно, это че убило на фарме жесткий диск. Пожалуйста, свое мнение обязательно напишите в комментариях. Смотрите, какой опять же эксперимент я хочу вам предложить. А сейчас этот диск я попытаюсь отправить официальному поставщику, у кого мы его купили, этого поставщика. Возможно, есть какие-то цели и указания, чтобы не принимать жесткие диски, которые использовались в майнинге. И они попытаются отказать под любым предлогом. Почему? Да потому что сейчас вы это не видите, но я обязательно это продемонстрирую. Я обнаружил вот такую небольшую вмятину, которая не влияет на работу жесткого диска. И вот здесь немножечко... Почему я так считаю? Сейчас покажу. Все потому что мне принесли 3 одинаковых диска с одной и той же симптоматикой. Либо это брак производства, либо это намеренное уничтожение заведомо исправных жестких дисков каким-то странным, неизвестным мне способом, чтобы вернуть вложенные средства. Знаете, почему я хочу об этом вам рассказать? Вы же прекрасно знаете, что в 2018 году, когда люди купили на хаях оборудование, видеокарты, то, естественно, они понимали, что крипта сильно просела и эффективности добычи вообще нет. И они пытались любыми способами вернуть свои вложенные средства, и они намеренно убивали видеокарты. У меня даже есть знакомый, который даже предлагал, ну, вернее, он как, он идет у меня в категории барыги, который намеренно предлагал такую услугу уничтожить видеокарту, то есть без следов, и чтобы вам ее вернули по гарантии. То есть он такую услугу предлагал, и она сколько-то стоила денег. На самом деле, не знаю, сколько это стоило, но за это он брал деньги. Возможно, эти диски тоже так же убиты, но я опять же говорю, что я специально это намеренно делаю хайповое название, чтобы привлечь как можно больше внимания. И сейчас, да, опять же говорю, что будет эксперимент на живых людях. Вот клиент принес мне 3 жестких диска, на одном из них вот есть здесь такая вмятина, на других нет ничего. Я отдам поставщику и посмотрим, что мне поставщик ответит. Возможно, скорее всего, он с радостью их заберет и начнет втихаря на них майнить после замены. А возможно, сделает компенсацию, вернет деньги, потому что мы купили эти диски по 18 терабайт на тот момент вроде там $500-$600 они стоили. Сейчас, как вы понимаете, такие вещи стоят $1500. Ему проще вернуть деньги. Вот такие варианты. Если вдруг вы купили все-таки диски и ваш поставщик очень далеко, знайте, вы можете напрямую послать диск в Western Digital, потому что в Western Digital есть сервис по замене оборудование, куда вы можете при помощи курьера либо Почты России отправить жесткий диск. А если вы живете в Москве, то обязательно можете, не обязательно, а вы можете ногами туда прийти. Тут, наверное, должна была быть реклама Western Digital, что я так их классно пиарю, что у них такой классный сервис. Но для альтернативы скажу, что у Seagate тоже есть похожий сервис, но, по-моему, туда все-таки ногами сложно дойти. Он в Подмосковье находится. Но послать посылку вы можете, и вам должны заменить. По крайней мере, до вот этого безумного бума че-майнинга все проходило именно так. Очень интересно узнать, что нас ждет. Уйдет ли че-майнинг в космос и
все люди, которые вложили сумасшедшие деньги, станут еще богаче. Я очень надеюсь, они станут богаче. Если вы меня смотрите, хоть денег дайте чуть-чуть. Может быть, и все изменится в другую сторону, и эти деньги были напрасно потрачены. Вот, через некоторое время я отвечу, вернее, как только поступит информация по поводу вот этой небольшой вмятины, откажет, не откажет, и будет следующая история. А может и не будет, но периодически спрашивайте, потому что старые подписчики знают, мы проводили уже такие эксперименты. Все по-настоящему. Ладно, спасибо, что посмотрели. Помните, что судьба канала в ваших руках. Лайк, подписка, репост. Расскажите всем, что здесь снимается очень бесполезный контент. Еще чуть-чуть и станет вообще невостребованный. Если вдруг что-то захотите спросить, там, ну, типа, консультация, то, пожалуйста, звоните, пишите, расскажу вам про железо. Счастья, здоровья, берегите ваши фермы. Убивает все-таки майнинг или не убивает? Но, кстати, забыл сказать, ребят, фирма Micron, два дня назад мне пришло письмо от них, что они официально подтверждают, что диски, которые выработали TBW, они не будут компенсировать по гарантии, потому что они против майнинга. Вот такая антиреклама. Micron против добычи криптовалюты. Все.